спасибо большое. Но мы сейчас сразу всех предупреждаю, мы сейчас запускаем GTA-шку. Мы не будем выводить донаты, мы будем сконцентрированы на происходящем внутри, так сказать, игры, сериала, как вам это угодно. Поэтому имейте в виду, что вот как бы, если вы что-то будете отправлять, скорее всего, это не будет выведено, и будет выведено уже после того, как мы закончим. Дабы не отвлекать, дабы не портить процесс просто происходящего. Договорились? Надеюсь, договорились. Так. Единственный момент, который мы должны сделать, это подстроить камеру. Сейчас. Проверим, получится ли у нас вот так отобразить игру. Пум-п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 ум. Не получится. Так. Тогда нам нужно отобразить ее чуть по-другому. На-на-на-на-на-на. Захват экрана. А, ну вот, все кайф. Получается, все кайф. Себя чуть повыше надо поставить. Сюда нужно, да, поставить чикс. Чикс. Маджестик великий. Естественно. Тоже надо поставить. Так. Ну вот. А! Музыка-то зачем нам этот джаз на фоне? Сейчас. Оп. Все готово. На секундочку, чё? Так, ну, поехали. Привет. Передай привет Лисе. Привет, Есе. Так, нихуя тут сразу. А, блядь. Сходу начинается какая-то гроза. Надо поближе себе сделать лицо. Сходу гроза началась какая-то. Это получается какая серия? 22-я. Вообще, если прям вот четко вести видение от начала и до конца, то это 22-я серия. Так. Ого. Вот это погодка. Видимо, небеса плачут из-за того, что умер Мята. Я бы очень хотел... Блин, у меня денег, наверное, не хватит. Вот это вайб сегодня реально на сервере. Вот это вайб реально, как будто никогда такого не было. Будьте здоровы. Как будто никогда такого не было. Чтобы вот такое вот было на улицах, что меня аж заносит просто от того, что я поворот делаю. Просто шторм какой-то, прикиньте, сегодня на сервере. Жесточайший шторм. Вам вообще как вот эта атмосферка? Вам такое нравится? Когда на улице вот такая погода?
Вы себя кайфово чувствуете или вы чувствуете себя плохо? Типа то, что вам больше нравится солнечная погода. Мне кажется, в такой погоде прям какой-то вайб определенный есть. Кстати, а где мой рейндж? Да что ж, я опять не пополнил. Такая погода кайф, она прям какого-то настроения задает, знаете. Как будто что-то... Ну, как будто надвигается что-то опасное, знаете, как это объяснить? Как будто надвигается что-то плохое. Вот такая погода. Так, сейчас я сразу на секунду сделаю моментик, чтобы потом у меня не было проблем. Я извиняюсь, что я сейчас на секунду прикрою вас. Мне надо кое-что сделать. Так, все. Я напоминаю, что это 6-й сервер, что это Majestic, что это уже совсем не шутки, что это 20... Ух ты! Плюс реп, что так остановился и не врезался. Напоминаю, что это 22-я... Блин, хотел за рейнджем. Да. Yo, what's up, Fuga? Привет, Жером. Через это, чувак, несколько минут уже похороны начинаются, не мог бы тебе дозвониться. Похороны? Да. Мятый, чувак. Наверное, мне стоит одеть какой-то костюм. Как считаешь, нужно, чувак? Ждем меня просто. Хорошо, я скоро буду. Давай, Джером. Ого. У меня есть ощущение, что у меня как-то очень громко погода. Вы, наверное, плохо слышали, да, вообще разговор? Так. Где я могу взять костюм какой-то? Быстро не подскажете? Где у меня костюм? Костюм нужно. Нужно костюм, и на парковку ехать сейчас будут похороны умяты. Какой магаз? Что-то простенькое, потому что у меня денег не так много. Четвертый. Блин, он в другой стране вообще. Ну ладно, попробую побыстрее доехать. Вам так по звукам нормально? Вот так по звукам нормально? Не тихо? Машина там и все остальное. Вам это слышно? Мне вот просто главное понять, Джей, скажи. Звуки машины, там звуки выстрелов, они слышны? Они просто у меня очень как будто тихие. Но они для вас как раз самое то, да? Чтобы голоса были слышны, чтобы все было, типа, сбалансировано. Потому что... Да, я вообще не ожидал, что вот просто весь чат будет писать что-то, и это окажется какой-то хуйней. Я просто этого не ожидал. Ну, это вот прям... У меня даже сомнений никаких не было. Вы так четко все писали об этом. У меня просто есть ощущение, что я сейчас приеду туда, где второй, у меня просто денег не хватит. Надо взаймы взять. Может мне этот... Сервер, можете дать мне взаймы на костюм? Я отдам. Я уже брал. Я уже брал, как-то отдавал. Под процент. Хочется просто подобающе выглядеть, но денег нет, я все отдал этому на лечение.
Одному отдал на лечение, второму на лечение отдал. Так, этот... Взаймы, взаймы. Я как алкаш уже звучу. Взаймы, взаймы. Да ёпты, нихуя себе дороги. Должно хватить. Я думаю, должно хватить. Надеюсь, такая погода будет всегда сегодня. Потому что это самая вообще атмосферная погода. Я удивлен, как так совпало вообще все. Я думаю, хватит денег, спасибо. Только запомни, сколько ты передал мне, чтобы я потом мог это отдать. Так, ну ладно. Одним магазином мы ошиблись. Ничего страшного. Хорошо, что здесь по пути есть другой. Который, по идее, на этот раз должен быть как раз тем, в котором есть костюм. У меня был крутой костюм. Самый крутой костюм, который у меня был, это когда вот мне японцы, якудзы давали его для работы. Вот мне больше всего этот костюм нравился. Я не знаю, где они его купили, но я его как бы потерял там, при каких условиях, я уже не помню. Саня, день легендарное пальто в Тампе лежит. Что там за пальто? Белое, что ли? В Тампе белое пальто лежит? О, нифига. О, здесь и обувь есть. И водка есть. Так, вверх. А пальто, по-моему, я тоже здесь покупал. Вот, кстати, неплохая какая-то вот такая, как кожанка, тоже можно что-нибудь подобное одеть. Только надо под низ что-то, чтобы было. Кожаный вариант такой тоже неплохой. А, очки, точно, очки. Какие-то есть, сейчас посмотрю. Ну вот.
Все. Надо ехать. Нельзя много тоже задерживаться. Лишнее только сложу. Цветы, а где цветы купить, я не знаю. Они в магазине продаются? Продуктовым. На удивление, что вот сегодня такая дорога мокрая. На удивление, все как-то ездят аккуратно. Но вот за место этого момента, конечно, который все испортил, на удивление, еще ни в кого даже ни разу не врезался. Хотя все вообще как-то очень плохо в формате, как бы. А, спасибо. Так, разное. Все, едем. Зонт? Зонт в магазине продается? Я не знаю, скажите, если есть, я куплю. А, что вы сразу не сказали-то? Расписали зонт, я не знал, что он здесь продается. Долбоёб, что ли, блядь, дай выйти. Проехал поворот. Здорово, мужик. Уса, фура. Ура, ура. Уса, фура. Как вы? Так себе. Куда двигаем сейчас? В морг. Забираем оттуда, чувак, гробовоз. И едем на кладбище. Да, на улице сегодня, конечно, гром очень сильный, поэтому постарайтесь говорить погромче, а то плохо слышно иногда. Порядок, брат. Берем, чувак, гробовозку сейчас из морга и едем в церковь. Да, я понял. Тогда что, по машинам? По машинам. По машинам.
на зонт. Почему он зонт не убирает? Ну чё, как ты, фура? Да, я не знаю, всю ночь не мог уснуть. Понимаю. Слышно даже по голосу, по грусти. Ощущения дерьмовые. Наверное, только когда пройдет вся похоронная процессия, я смогу принять этот факт. Ну, а пока как-то тяжело поверить. Очень тяжело, мэн, очень. Мятор, только вышел, мэн. Это херня. Да, вчера вспоминал, каким веселым он был тогда в клубе. И как мы угорали, стоя на входе. Это лишь дало мне понять, что в этом городе нужно всегда быть начеку, знаешь. Не стоит расслабляться. Да, мэн. Порой мы все про это забываем и платим за это большую цену. Каждую секунду надо быть готовым. К любому дерьму, мэн. А он поедет один? И упадет он там, а да, он один поедет. Тебя фура мы загрузим и дойдем. Давай. Здесь какая-то крыша, по-моему, да? Но не похоже на крышу. Блять, сука, я болен. Ёбаные сигареты, блять. Может кто-то из администрации меня каким-то хильнуть образом от этой всей хуйни, чтобы это сейчас вайп не убивало? Есть вероятность какая-то? Просто экран, вот это все сейчас, искажения вот эти. А, эффект пройдет, окей. Ну ладно, пока будем ехать так. Фура. Дары.
там не плачь. Ты? Мужики. Да, слезами уже делу не поможешь, знаешь. Лайки. Йоу, усап, ситуатель. Усап. Приветствую, приветствую. Заходите, дети мои. Проходите. Здравствуйте, святой отец. Да, приветствую, приветствую. Проходите вовнутрь, дождь сильный. Хоми, возьмите ключи и потащили. Да. Ситуация с мысливым прекрасна. Друзья мои, я соболезную вашей утрате и скорблю вместе с вами. Нет таких слов, которые могли бы вернуть вам близкого человека, но, возможно, сама жизнь поможет вам пережить эту потерю. Мы будем молиться, чтобы Господь дал вам терпение и сил. Мята хорошо прожил, хоть и недолго. Это ужасное потрясение для нас всех. И не верится, что Мята ушел так рано. С уходом вашего друга мир потерял одного доброго и отзывчивого человека. Господь забирает в молодом возрасте только лучших, запомните это. И помните об этом. Помните каждую минуту, что провели вместе с вашим другом. И на какие жертвы, возможно, он шел ради вас. Аминь. 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 Есть кто хочет попрощаться с усопшим? Мы все попрощаемся. Проходите. Давай, Джуру. Мята, чувак, я знал тебя все свое детство, Неки. Мы с тобой росли вместе проходили сложности, преодолевали преграды с тобой вместе. Черт возьми, да даже первый пакетик мы с тобой продавали вместе. Я не думал, что жизнь разлучит нас так рано, что ты уйдешь первым. Всегда я думал, что на моем месте будешь стоять ты и оплакивать меня. Но я никогда бы не мог подумать, что это буду я. Стоять здесь!
и оплакивать твой труп, чувак. Никогда в жизни я бы не поверил в это. Rest in peace, homie. Покойся с миром. Ты всегда будешь с нами. Проходите, друзья, проходите, не стесняйтесь. Блин, ребята, дай будь мне хватать. Я так хочу с тобой, чтобы мы кушали бургеры вместе. Пароли первую тёлку. Мы больше не увидимся с тобой. Мы самые любимые хоумы. СНП, чувак. Надеюсь, там встретишь на эту пока. После твоей смерти я практически не мог спать, я постоянно думал о том, что мы не успели с тобой сделать. О том, как я тебе обещал, что мы отъебем несколько тёлок вместе. О том, что будем ширяться крэком, мы ничего не успели. Ты ушел от нас слишком рано. Хоуми, я всегда тебя любил и буду любить. Рано или поздно мы все там окажемся, мы и все встретимся. Rest in peace, Хоуми. Я никогда не люблю. Я солдат, я человек, я тебя как сына любил. Он, хоть ты меня назвал, говорит, что у меня вообще зубы вообще нету. И что я тут долбоёб, ну чего, ну я там. Ты здесь любил кого-то. Бля, ну, скучал по тебе, хоми. И всё, обязательно найду его. И мы его обязательно. Ну, ты понял кого-то. Давай, хоми, лесенцы. Мета, чувак. Я всегда буду помнить о тебе, хоми. Сколько мы с тобой тем еще не сделали. Сколько шмаля, чувак, не скурили, сколько сучек еще не отодрали. Я всегда буду помнить, мэн, как мы гоняли дрочил с форум драйва. Решали вопросы с латино и многое другое, мэн. Всегда буду помнить, чувак, как ты мне помогал и поддерживал в трудной ситуации. Всегда буду помнить, мэн, как мы прикрывали друг друга. Мне буду тебя не хватать, чувак. Увидимся, мэн, на том свете. Крепитесь. Все тяжело. Ну, привет, Мята. Я с вами совсем недавно. Да и вовсе не был для тебя важным человеком. Но ты в тот самый момент, когда тебя взяли копы, ты не предал меня и взял всю вину на себя. Это поступок достойного человека. И ты не заслуживал этого. Знай, что мы не оставим это просто так. Покойся с миром, Мята.
Чатерс. И так все. Да все. Вы, сыновья мои, можете не переживать, мы его похороним со всеми почестями, со всеми молитвами, упомяним всех его родственников, так же, как и вас. В принципе, мы можем вас не задерживать, и по поводу могилы мы вас оповестим. Даже фотографию поставили. Детскую, чувак. Да, да, он вылитый. Вылитый мальчик мой. Чувак, я не могу здесь находиться. Пойдем, мы покурим. Чуть сложно здесь находиться. Извините, хуми. Разобрались. Ё, лайка, хуми, надо кого-то камчатый толпаки улода, блин. Хуми, ничего не понимаю. Кого-то говорю, хуми, надо камчатый, да, вот. Нихера непонятно, хуми, говорит. Кого-то, хуми, надо камчатый толпаки улода, блин. Кажется, он говорит, что мы должны отомстить, да. Согласен. Есть у кого какие-то идеи? Эти твари, чувак, должны заплатить нахуй за всё, чувак! Мята нахуй в гробу из-за них! Мы чё нахуй, это просто так оставим, чувак? Да нихуя такого не нихуя будет, мать! Не будет такого, мэн, по-любому! Какой план? План, чувак, план нахуй есть! Тебе нужно съездить, чувак! Переодеться на дело, нахуй! И подъезжай на парковку! Мы будем тебя там ждать. Заедем. Готовишься и подъедешь. Заедем в магазин оружия вместе или как? Нет, чувак, у тебя нет ствола с собой? Есть. Есть. Вот и отлично, мэн. Устроим им нахуй жаркую ночку. Ублюдкам ебаным. Договорились. Они узнают нахуй, что такое крестовый поход по-афросски, мать его. Давайте, чуваки, по тачкам. Блин, ученые эти оставили, сука, блять, меня. Гуфи! Прощайся, чувак, с ним. Давай, хуми. Блин, мята. Я помню, блин, как мы. С тобой нахуй дружили, блин. Чувак. Как в школе, блин. Меня пиздили одноклассницы, ты вступился за меня, блин. И ты выдернул все волосы, чувак. Купили арахисовую пасту и пошли играть в PlayStation 2, блин. Я позабочусь о твоей PlayStation, блин. Мы отомстим за него. Чувак, все будет окей. Давай, чуваки, по тачкам. Слушай, Жером, я думаю, я могу прям так поехать на дело. Маска у меня с собой и перчатки тоже. Нет, мне нужно по-другому были. Уэк, тебя священник видел только что, тебе надо немного переодеться. Ты прям нахуй на смертном одре выложил все, что ты там был, чувак, что он тебя не сдал. Смотри, как бы нахуй этот священник не подставным оказался. Тоже верно.
такие моменты не особо думаешь о том, что ты говоришь. Да, чувак, идемте до тачки, нахуй. Эти ублюдки сегодня ответят за все на ночь отмщения, мать его. Подготовь ствол, фура. Обязательно. Давай, чувак, мы тоже немного подготовимся. Ждем тебя тут, мэй. Как будто бы взять нужно какой-то ствол, типа автомат, как там, карабин, да, есть какой-то, вот как будто надо взять. Если сегодня ночь отомщения, значит, будет что-то жесткое, и как будто ствол... Ствол, пистолет, он не всегда эффективен, особенно если я не знаю, что сегодня будет, я вообще не представляю. Но типа нужно подготовиться, как будто бы, чтобы быть как бы в максимальной боеготовности. Может быть, взять с собой бронежилет, взять патронов побольше. Карабин, да, взять? Специальный карабин. Специальный карабин, да? Окей. Броник в машине есть, да, я помню. Что тут еще есть. Блять, я же брал какую-то водолазку. А, я походу ее оставил там. Вы помните, я брал водолазку, прям покупал отдельную водолазку. Она в багажнике была, да. Я про это и говорю, что я помню это. Или она вот из этого она и есть где-то. Не, на мне, короче, водолазка, которую я покупал для этого. Понимаете, в чем прикол? Она, видите, без рукавов. Это я покупал для пальто, это не та водолазка. А была прямо водолазка, которую я покупал, она отдельно была, как водолазка. Или это не так? Она в майках, говорят. Только футболки. Непонятно, короче. Вот же она. Блять. Неужели она вот такая? Там же была полноценная, помните, водолазка? Блять, ну пиздец. Я не купил ее, да? Ну ладно.
Сейчас опять окажется, что он тухлый. Нет. Сейчас посмотрим, что тут рядом есть магазин одежды, что там еще есть штаны, может поменяем что-нибудь такое. Кстати, куртка неплохая. Броник тяжелый, пишет, купи. Это долбоебизм какой-то я сотворил вообще. Бля, как еблан какой-то, блять, с этого. Не, так это хуйня вообще, я не готов так на дело ехать. Это просто какая-то залупа, извините меня. Просто доходяжная какая-то тема. Сейчас попробуем поменять что-то. Так. Как
какой там вы говорили магазин? Чувак, ну чё там? Да, я скоро буду. Мы только тебя ждем, давай быстрей. Давай. Ёбаный рот. Да я бы в пальто с удовольствием поехал, нахуй. Доебались до моего пальто. Мне нравился лук с пальто, а они говорят, блять, надо его менять. Так, тут у меня же все, да? Мне хочется вот эту маску использовать. Вообще, кстати, хорошо садится. Вот кого-то водолазку и штаны другие одеть. Нет, нет, нет. Попробовать. Блять. Вот, например, эти. И просто обувь другую, и будет норм. Во. Вообще по-простому. Вот так нахуй вообще. А вот это вообще дрил лук, кстати. С белыми мне нравится, как выглядит. Ну похуй. Так. Пишет, как мишень будешь в белых штанах. В чем-то вы правы, ебануто. Как будто белые штаны могут минус вайба добавить для каких-то таких моментов.
Ну вот, ебать, чё вам нахуй? Вообще боевая единица, по-моему, нихуёвая получилась. Опа. Опачки, гражданин, погодите. Да иди нахуй. Гражданин, стойте. А это можно в быстрый доступ оружие добавить? Любое оружие можно добавить в быстрый доступ или только пистолеты? Броник другой, но все уже какой есть. Бля, Джеймс Бонд, ёбаный, давай быстрее, чувак, нихуя ты разоделся. У нас нахуй дело горит, он там одевается, блядь. Чувак, ты занервничал-то, ёбаный в рот, сядь в тачку. Давай, чувак, так ли, ты хули так долго, чувак? Блядь, а не узнать вообще нахуй. А? Ты чё молчишь, чувак? Куда так долго? Да ты там Мура, мать его, а? Ну, чувак, нахуй. Мура, нахуй, это ты, посмотри на меня. Чувак, да по-любому он. А вдруг чувак, это я всё. Сейчас, погоди, маску приподниму ему. Да да, это он, поехали. Поехали. Там Мура, мать его, Бонд. Чувак, нахуй, наделай, если говорят одеться на тело, это не значит, что нужно ехать, сука, и шить по своим размерам одежду, мать его. Взял, нахуй, капюшон и все. С собой, блядь, положил у него что-нибудь, блядь, чтоб удобнее нести. Да я одел все, что было в шкафу. Короче, чувак, нахуй, эти мудаки гасятся, хуй пойми где. Нужно найти, нахуй, Чибу ебаного. Но они все, чувак, не на связи. Звонишь им, нахуй, они не отвечают. Мотфак. И где мы будем их искать? Нужно, чувак, прокатиться по району, нахуй. Может, увидим их шестерок и колес, мать его. И у них узнаем, что там, почему и где они. Мудаки, сука, за все ответят, я тебе так скажу, мать. Будем ездить где-то в их районах. Да, чувак, вот мы уже в их районах. Вашу тачку тут не знают? Йо-йо, чувак, а вот справа кто-то стоит. На моле, труд сам, блин. Сейчас, давай, чувак, прокатимся, еще посмотрим. Тусуются, мудаки ебаные. Чё, какой план? Йота, Мура, ну-ка подними свой зад, нахер мне карабин достать надо. Мы будем делать это прямо здесь. Чувак, видишь, вон в полосатой майке, нахуй. Да. Его на прицел берите, если чё. Кто рыпнется, нахуй, всех разъёбывает. Сейчас, погоди, чувак. Йо, what's up, Абсур?
Йоу, а вы чё, откуда сами, а? Йоу, здесь, бала. А на кого работаете? На бала, чувак. Полосатый, иди поговори, чувак, нахуй. Чё там, гаун, сап, чё такое? Чё, чувак, на кого работаете? Кто ауджи у вас? На Беллу работаем, с Дэвисом. С Дэвисом, да, нахуй? Да. А ну, суки, руки ебаные, руки подняли, нахуй! Shit, chop, bitch! Ты в тачку, нахуй, встал, мудак, в тачку! В багажник, сука, прыгай, нахуй! В багажник, сука, прыгай, мудак, я сейчас мозги вынесу, нахуй! Чувак, контрольный этим, нахуй! Да бейте этих ублюдков, нахуй! Поехали, чувак, нахуй! Йо, давай, Джером, точку, погнали отсюда! Вы такие ебаные, нахуй! Это вам за мяту, дерьма куски! Нахуй. Куда дальше двигаем, Жером? Сейчас нахуй пообщаемся с этим ебаным куском дерьма. Вы ему рот закрыли тряпкой, что ли? Не знаю, чувак. Хули ты замолчала? Животное ебаное, а? Хули ты нам стонешь, как ебаная сука? Не убивайте только. Видимо, перенервничал. Вот я чувак, да походу домкрат в очко залетел ему на хуром из стены. Гангстер нахуй. Сыкло конченое, мри. А ну вылазь нахуй. Дерьмоед, нахуй, к стене, сука! А ее давай, сыншалла, вы твари мрази, нахуй, быстро, в стенке. Дерьмоед ебаный, ну чё нахуй? Где Чиба, сука? Не знаю, он, не знаю, его последний раз 2 дня назад видел. Кому ты нахуй пиздишь, говноед? Я честно говорю, 2 дня видел. Кому ты нахуй пиздишь, тут нахуй не до шуток тебе, мудила ебаный! Где нахуй Чиба? Да, я с Карлосом только виделся. Каким нахуй Карлосом? Это еще что за мудак? Карлос, он, ну, правая рука Чиба. Я Чибу честно не видел, чуваки, я только Карлосом был последние 2 дня как раз. Какой нахуй Карлосом, мудила, ты что мне пиздишь, а? Правая рука это старый, старый где нахуй? Карлосом. Он есть. Старого не Карлосом нахуй зовут или как там? Какой нахуй Карлосон, ты чё, блядь, сказки читаешь? Ёбаный в рот, говори, где Чиба? Ёбаный фрекин, мать его, бог, где ёбаный Чиба, нахуй? Можете на Макдональдс-стрит посмотреть. Хули мне там посмотреть, ёбаный в рот? Пару Биг Тейсти или чё? Там, там Чиба со старым часто тусовались. Больше я ничего не знаю, чуваки, честно. Ничего не знаешь? Только про Макдональдс-стрит знает, то что там карточки. Точно ничего не знаешь? Бля, буду. Йоу, парни, раз он нихуя не знает, значит он нам нахуй больше не нужен. Говна кусок. Нахуй не нужен. Нет, чуваки, не убивайте. Чуваки, нет. Чуваки, не убивайте, прошу, чуваки. Чичо, бич. Погнали, погнали. Валим нахуй отсюда. Говна кусок, нахуй. Дерьмоед, блин. Думаешь, что он сказал правду? Где чувак, сейчас проверим. Не знаю, чувак. Надо кое-что проверить. Погнали, чувак. Сейчас, чувак, заеду, надо кое-что взять. Йо, чуваки, пока посмотрите, где этот нахуй ёбаный Макдональдс-стрит. Давай, мэн. Ща, чувак.
Может быть, нужно было взять у него телефон из кармана и попробовать набрать Чиби. Бля, уже поздно, чувак, там копы. Ну да. Чё, эй, идущий чувак, ты ж посмотри там по навигатору. Где этот ебаный Макдоналдс стрит, мать его? Эти ублюдки за все ответят мне. Ну чё, чуваки, нахер? Двигаем. Поехали мы. Мы готовы, нахуй, я взял кое-что. Угу. Да, я готов. Этот ублюдок гасится, дерьма ебаного кусок. Как думаешь, их много там будет или... Я не знаю, чувак, надо проехать. Посмотреть. Они, сука, все ответят за мяту говна ебаного куски. 100%. Каждая сучка, чувак, с Гроув Стрит должна сегодня сдохнуть, нахуй. Так, чувак, вот вроде Макдоналдс Стрит. Сегодня, чувак, небо плачет по мяте. Весь день, чувак, дождь херачит. С грозой, мать его. А гроза, нахуй, знаешь, что такое Гуфи? Это значит, мята нас слышит, нахуй. Да, чувак. А вот кто там был? Мы так что проезжали? Видели? Где, чувак? Вот там слева? Слева, да, стой. Кто из них нахуй Карлос? Где, чувак, да какой нахуй Карлос? Давай всех положим нахуй, да и все. Нам нужно что-то узнать, или мы просто валим их? Чувак, нахуй, я хуй знаю. Они вон уже сары на нас палит. Давай, чувак, просто всех этих сучек перемочим прямо здесь и сейчас, нахуй. Чувак, да хуя мочить придется, нахуй. Вдруг у них стволы. А у нас тоже, чувак, так-то стволы. Чувак, надо на неожиданном, слышь. Давай, давайте уедем за дом, выйдем и по дворам дойдем до них. Да нет, чувак, не такой себе план. А если копы? Или еще типы с района с их? Короче, чувак, сейчас просто выходим нахуй, всех ложим их мордой в пол, говноеды. Убиваем? Не стреляем, чувак! Не стреляем, чувак, то рыпнется, нахуй. Там гражданский какой-то. Стоит прямо на дороге. Это жертва обстоятельств, чувак. А, нет, показалось. Короче, чувак, давай работаем нахуй. Кто будет съебываться, стреляйте, мать. Давай. Короче, слышишь? Вот сам я на ребе, да чё? Мордой пол, нахуй! Мордой пол, нахуй! Карлос, не падай, встал, нахуй! Встал, мудила, кто из вас Карлос? Давай, бегом, багажник, нахуй! Багажник, сука! Сука, только рыпитесь, нахуй, все ляжете здесь, сука, все ляжете. Всё, не ори, не ори, мэн, не ори. Не пару, ё, чувак, эта сучка за пушкой потянулась. Сука, нахуй, мудаки, нахуй, не хотите по-хорошему, да? Говноеды, мать его. Ё, чуваки, там он заметан, нахуй. Ё, там Муров, тачку, поехали отсюда. Блядь, за нами хвост, чувак. Скину его, чувак!
Ох, блин! Ебать. Ох, блин! Блин! Гуфи, ты же в курсе, что ты не пистолет держишь? Я очень интересуюсь, а чё за хуйня вообще, чё случилось? А чё ты всё узнаешь, нахуй, чё за хуйня, блин? Да я понял, не ори, слышь, а чё узнаю вообще? Чё всё, сука, узнаешь, блин? Блин, жертва обстоятельств, блин! Ебать, он как этот Иисус распялся, блядь, на этом... На багажнике. На капоте, точнее. О, знакомое местечко. Давай шагай вперед, сучка. А куда идти? Блин, да убери пушку, я вообще без нихуя. За мной, нахуй! Да тихо, тихо, мэн. Да, да. Тут не тихо, нам понял, блин. Ты все порядок, я все расскажу. Конечно, расскажешь, блин. Давай нахуй, мэн. К стене, сука, к стене! Да я понял, ладно. Йо, мэн, полегче. Чё ты, дерьма, кусок, мэн? Чё надо? Чё надо, нахуй? Шоколада, говна ебаного, выблядок, нахуй! Где чиба, сука? Чувак, не руба мучил, умри. Где чибер, нахуй? Погоди, погоди, холда, блядь. Чё надо? Ты чё, тупой, нахуй? Чиба где, блядь? Ай, да туда. Я не знаю, где чиба. Слушай, пиздишь, надо его кончать, мне кажется, он нихуя не знает. Погоди, не стреляй, я реально не знаю, слышь, мэн, Я не знаю, где чиба, я видел только его со старым последний раз, со старым. Рубаешь? Где нахуй? На старого как выйти, как найти его нахуй? Давай успокойся. Ёсочка, может у тебя номер телефона его едет или чё? Где найти, блядь, этого старого нахуй? Я ему сейчас топор включить сюда. Замолчал, нахуй, может я разговорить, говна, кусок, нахуй. Блядь, тебе, блядь. Ай, блядь, а ну нахуй. Джером, чувак, я втыкаю, включить топор, блядь. Погоди, блядь. Отрубай ему ноги, спокойно. Ноги, Гуфи. Не, какие ноги, слышь, я все расскажу, короче. Чиба трется со старым трется. Надо старого искать, слышите? Конкретно, чувак, где его нахуй искать? Короче, руби. Лаки-блакер, руби. Нет. Не нас, Гуфи. Еблан, чувак. Его руби нахуй. Это я что сказал? Сука, блин. Гуфи. Культя отлетела нахуй. Еще раз будешь пиздеть нахуй, вторая полетит, говна кусок. Джером, отойди подальше от Гуфи, он опасен реально сейчас. Лаки-блакер, мэн! Какой нахер лаки-плакер? Чё он там работает, да говна кусок ты? Мэн, картошку прижарит, мать его, или чё? Отвечается он там каждый вечер! Отвечается там, он живёт чё, там уже! Печь! Питается нахер, да, он там каждый вечер? Просто...
Может, отправим его поплавать? А Йогуфи, кончай эту сучку прям тут, нахуй. Голову с плеч, мэн. Руби его нахуй прямо оттуда, чувак. Руби, давай, я тебе говорю. Блин, так не могу, Тарик, блин. Можешь, мэн. Можешь, нахер. Три удара, чувак, по шее, голова с плеч. Давай, Гуфи. Они должны ответить за все. Блять, Гуфи. Ебанутый долбоёб. Гуфи, осторожнее махай топором. Блин, чуваки! Блин! Дерьма ёбаного кусок, блядь, погнали нахер отсюда! Блядь. Думаешь, это будет похоже на самоубийство? Гуфи, ты забрал топор, там же твои отпечатки. Да, чувак. Я потом что-то подумал, сука, и перезумал, блин. Что такое лаки-плаки? Я, чувак, да обычная забегала. Курочка, блин. Ага. Мы едем туда сейчас. Типа какие все, чувак? Нет, едем сейчас на парковку, нахуй. Ой-ой-ой, блин, чувак, я уже туда выезжаю, блин. Палим нахуй. Татар вызвал, блин. Лисо прострелил! Блять, хвост опять, блин. Снимите этого говноеда, чувак, это нахуй копанская тачка какая-то. Снял нахуй, пробил колесо ему. Нормально, чувак, ты его снял. С топора, что ли? Не, чувак, у меня есть УЗИ, блин. Эти говноеды, сука, ответят за все нахуй. Всех перережем, мудаков, блядь. Старый нахуй. Чувак, какая-то ебаная лестница получается. Сначала шестерок вывезли, потом этого, потом старого нахуй. Блядь, чувак, всех порешаем нахуй. Доберемся до Чиба и эту сучку замочим по-любому, мэн. Вам знаком этот старый или как его? Пару раз, чувак, с ним виделись. Но знаем, что он у него, нахуй. Если чё, типа, чувак, всех стариков, рука. Нахуй, перережем, нахуй, на Гроу-стрит, мэн. Такой чувак, он лысый, и борода у него. Весь дом престарелых, нахуй, с Гроу-стрит, блять, под снос, чувак. Он старик? Ё-мэн, да я не ебу на самом деле. Сейчас, чувак, я приду. Рэя, ждите. Давай, чувак. Сейчас, погоди, Рэю наберу сейчас. А ее, Рэй, чувак, ну чё ты где? Мы тут на районе. Давай, чувак, мы ждем тебя. Ага. Я ебануто укомплектован, я как будто сейчас один всю банду их смогу скосить. Посмотрите на меня просто. Честно говоря, чё бы вы не пиздели, но вот брюки я переодел, черные вообще охуенно смотрятся. Просто боевик. Ты как, Гуфи? Нормально, блин. Что-то я перенервничал чутка, блин. Ну да, не каждый день ты рубишь человека топором. Ну да, блин. Гусар, хуй, чё, как, чё, как? Это чё нахуй за дрочило с вами? Это Гуфи. Да я, чувак! Не, Гуфи-то я вижу, погоди, а ты кто? Это я, Тамура. А, Фура, ты, блядь. Нет, да, чувак, он замаскировался, чтобы вы не узнали. Нахуй. А где гробы твои? В них не очень удобно. Ладно, чё делаем? Чё делали вообще? С
Чувак, валили нахуй. Йода, перемочили Пол Груз 3 камень. Реал? Да, блин. Нам нужно найти Чибу. Нам сказали, что какой-то старый. Для этого мудила по-хорошему надо найти судьбу. Короче, он где-то на лаки-плакере с каким-то старым, мэн. Да, тебе не знаком какой-то старый? Какой-то старый, слушай, да дохуя старых на Централе, так и не поймешь. Им старик, есть старик, какой-то? Чувак какой-то. Старик? Старик? Ну да. Про тебя речь или че? Не, да это старик, не про чувак, тот старик. Не про меня, какой-то. Чувак, про старика, про какого-то. Речь про дом для престарелых, старик, я хуй знаю. Не, я не знаю никакого старого. Не, ну как бы я знаю старых, но это хуя. Ну придется тогда, чувак, каждого мочить, нахуй. Ну похуй, замучим каждого старика, слышишь, на Южном Централе сегодня. Это все будет, это будет замято. Если что, потом, если нас ловят, все скидываем на фуру и все. По-любому, чувак, так и сделаем, нахуй. Ой, я, чувак, даже хуй сказал. Ну да, блин. Они меня не узнают, я же в маске. По-любому. Фура, на топор тебе мой. Йо, Фура, если копы до нас доебутся, нахуй, все дороги ведут к тебе, если что, мэн. Мы не при делах, блин. Чувак, никогда не целься и не говори про друзей плохо. Че, мы долго будем ждать Джерома, что он там делает? Я хуй знает, слушай, что-то по Джерому, давай. Я погоди, наберу. Да, набери три. Почему не сверху? Джером, ну что ты, где там, мэн? Так, лапам придавило опять, что ли? Слышу, да. Че? Блять, почему не сверху одевается? А, ты уже там, чувак, нихуя. А че ты даже не сказал? Где? Йода, он на лаки-плакере пасет этого старого сюда. Ну падайте, давай, поехали скорее. Давай, мэн, сейчас подъедем. Ура, я позицию скинь пока. Ага, все получил, выезжаем. Ее, короче, на магазин одежды на какой-нибудь. Ты какой план? Чё это за звук был? Да нормальный, блин. Неплохой да такой, нормальный. Чувак. Да я не про тот план, блядь, это про план какой-то старого лую. Надо сейчас, чувак, по обстоятельствам. Надо посмотреть, сколько их там. Йо, Тамура, давай, чувак, предлагай какой-нибудь план, мы. Смотря... Как будем решать? Идея, ну, я не понимаю, есть ли там Чиба. Мы же этого не знаем, надо доехать и понять. Не, ладно, чувак, давай сейчас по ситуации посмотрим, смотри, короче. Вот, смотри, смотри, смотри. А что это было за звук? Я реально не знаю, без шуток. Возможно, кто-то еще в машине, да, сидит? О, блядь. Что за... Админы, может кто-то из этих в игре там прятаться, я не знаю, что-то включать? Что это за звуки были? Далеко еще ехать? Вот он, чувак. Да вот же слева, смотри, блядь, мы уже глянули. Вон их, смотри. О, блядь. Блядь, много чувак. Шесть человек, слышишь? Там Чиба? Я хуй знаю, это не вижу. Я чувак, короче, не больше. Че, какой план? Погоди, давай подумаем. Слушай, я... Вроде с ними последний раз общался, может быть, я подойду к ним невзначай, типа, ничего не происходит. Не-не-не, чувак, точно не так. Это хуйня, слышишь. По-любому уже по району разлетелось. Слышь. По-любому, да, тоже не в курсе, верно. Угу. Они, походу, готовятся, чувак. Угу. Тогда надо валить. Шлавик тоже есть. Короче, давай так, мы подъезжаем. Кричим, Чиба здесь. Я просто не знаю, я не вижу его. Если он там, то можем, в принципе, сразу на стулы поставить. Либо старого выцепляем. Как? Что думаете? Ну, блядь, нахуй нам старый, если там Чиба, чувак. А если нет Чибы, блядь? Значит, старый нужен. Йо, да, старого берем, а? Тогда делаем так же, как и делали в прошлый раз.
Если кто-то будет дергаться, будем валить их. По-любому, чувак. Давай поближе подъедем, все посмотрим. Блять, мудила ебучи. Видишь там? Йо, да нихуя не видно, мы. Да, из-за погоды видно очень. Йо, слышь, чё нахуй? Давай-ка, муж, это... Блять, их реально дохуя. Возьмем этот, блять, вон бим, да, наш. Фура сядет со своим автоматом. Давай, у меня... Сбоку, но... Вы поехали на парковку, слышу, у меня там есть. Угу. Если у меня тачка одна. Так, что вы хотите сейчас сделать, я не понял. В общем, порядок, не переживай, сейчас все объясним. Так, копов много сейчас, слышите? После того, что мы натворили, конечно. Весь город поняли. Поэтому тачку поменяем, как минимум. Прыгай. Фура, вот так, короче, сейчас подъедем, на ствол их берешь, блин. Мы тоже, нахуй, ищем старого или чибу и увозим, блин. Мы что будем, понял, убивать их или как? Дернуться, стреляй. Понял, по-любому, поехали. Блин. Ты пока не светишь, слышишь? Станем твоей стороной к ним. Ты везде возьмешь их на ствол. Если начнут рыпаться, okay, сразу стреляй, понял? Я готов. Окей. Okay. С тачки только не выходи, блядь. А то придется и тебя хоронить потом. Поехали. Блядь, мэн! Старый в шляпе, походу, который. Они уезжают. Чувак, за ними. Давай за ними. Давай за ними. Давай, чувак, за ними. Куда выехали? Вот она. Вот они, вот, вот они, он, чувак. Сзади, мэн. Давай, чувак, за этими сучками. Да давай, нахуй, хуйня это не едет, блядь. Коробка ебучая. Блять, мы их сейчас потеряем. Да не, все порядок, нихуя. Мэн, по нам стреляют аккуратно. У меня ствол не выворачивается, в их сторону надо догонять. Фура, давай настреливай по ним. Йо, чувак, шмаляй по ним. Я говорю, ствол не выворачивается в их сторону, я только в бок могу стрелять. Иначе я вылечу нахуй из машины. Давай, мэн, давай, работа по ним нахуй, давай. Шмаляй, шмаляй, мэн. Йо, давай, Рэй, догоняй, грачил ебаный. Эти сучки уже никуда не денутся. Давай, мэн. Давай, фура, давай! Я же говорил, что я выпаду. Я же говорил, что я выпаду. Йо, чувак, бегом в тачку. Да, надо держаться, блядь. Тарик, держи его, слышишь? Сейчас, чувак, погоди, он сядет, я его ремень безопасности накинул. Давай, на него. Чувак, пристегнись, блин. Накинул, чувак, на него ремень безопасности, все. А как вы говорите, от третьего лица стрелять? У меня не работает от третьего лица, никак не переключается. Йо, давай, Тамура, решай этих сучек. Чувак съёбывается. Вон он съёбывается.
Бля, ты чё? Shit, you bitch! Стоять, сука! Давай, Тамура! Блять, может он ведет нас куда-то к своим? Чувак! Той, сука, укушу, блин! Кто нахуй? Кто ты, сука, сними свою ебаную маску, покажи свое лицо, блядь! Закрой свой рот, нам нужен Чиба. Нахер вам Чиба, мудаки вы ебаные! У нас есть с ним разговор. Собачье говно вонючее, нахер! Ебало, закрой нахуй! Блядь! Не ори нахуй! Ты старый! Да, блядь! Чиба, где, блядь? Где Чиба, где мудила это? Да я не знаю, сука, я не знаю! А, блядь! Женька, слышь, мэм, мне похуй кого убивать! Блядь, да я не знаю, нахер вам Чиба, а? Короче, Гуфи, доставай топор, он нихуя не понимает. Да, блядь, какой топор, нахер, а? Давай топор. Ну че, сука, блядь? Разойдитесь лучше, ребята. Да, блядь, чуваки, да не надо, не надо, стой, да не надо. Чувак, руби его, да не надо, стой. Руби его, Гуфи, руби. Стрелю, дернешься, застрелю, мэн. Да не надо, чуваки, да какой-то... Блядь! Еще! Блядь! Ну че, теперь скажешь, где Чиба, блядь? Блядь! Говори, чувак, блядь, иначе ты истечешь, сука, кровью, блядь. Сука! Говори, где Чиба, блядь. Говори быстрее, я чувак, скажу своему блядь. Хуму, блядь, тебе на блаки-блакере мы договорились с ним встретиться, ты я ты его ждал. Ты сколько? Да вы кто такие, суки? Сука, говори, блядь. Да вот уже, вот-вот должны были встретиться, так чуваки, да я дал, блядь, чуваки, да отпустите. Едем. Блядь. Блядь, надо, да, чувак, встретить, чуваки. На чем он будет, какая тачка у него? Да, блядь, я хер знает, фэкшн красный вроде как. Да, блядь, чуваки, блядь, да не надо, порядок, не надо. Порядок, давай, вот сейчас тебе отбьем, да, нахуй, на... мудила ебучий. Погнали, быстро. Продакшн, нахуй! Валим, валим, нахуй отсюда. Тачка где-то там вроде. Блядь, чувак! Ох, блядь! Чувак, а ну сюда! Копы, блядь, копы, чувак! Тихо, 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 тихо. Давай, прямо, прямо, прямо! Бежим, фура, бежим! А в переулок, сюда, сюда! Бери в переулок! Тихо, 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 слышь! Совывайся! Блядь, надо Жерому позвонить, чувак, погоди! Я позвоню Жерому! Давай, набирай. Алло, чувак, Джером! Чувак, скидывай! Чувак, я позицию скидываю сюда быстрее, нахуй, настрой, чувак! А я не знаю, где броник, у меня броника нету, его, блядь, его блядь, снесли. Блядь. Его снесли просто. Ура! Бля, что может быть, из-за чего у меня может быть, он не встает к стене? Бежим, только бежим, встает, чувак. Сразу отходит, из-за чего может быть? Есть опытные игроки? Давай, чуваки, давай, 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 Гуфик, багажник, прыгай! Валим нахуй. Чё там, чуваки, чё он сказал? Короче, у них встреча была, слышишь, на Лаки Плакере прямо сейчас. Красный фэкшн, говорит. Я держать пробовал.
Красный фэкшн? Угу. Чё, чувак, машина, там машина. Ну, конечно, подождем там. Надо, чувак, до парковки взять вторую тачку нахер. Блять, главное не проебать, чувак, момент. Надо заехать, взять броник. Тачку, нахер этот броник, чувак. Он сейчас будет думать, что там старый, нахуй. А йо, чувак, мы... самое главное, чтобы не залег на дно, нахуй. Там, чувак, быстро действовать, нахер. Очень быстро. Взять тачку и сразу туда. Потому что он может уже вот-вот там быть, нахуй. Если он там будет и там не будет старого, чувак, то все. Мы проебали, нахуй. И просто мокруха зря была сегодняшней. Да, он точно захочет спрятаться после такого. Йо, Рэй, давай за тачку. Блять, багажник! Туда, туда, чувак, прыгай! Туда, прыгай! Да давай в багажнике поедешь, блядь! Ко мне, Гуфри, прыгай, чувак! Блин! Едьте туда, чувак, на магазин, мы за вами! Давай, поехали! Ебать, я подумал, копы! Короче, слышь, оставим, ждем этот фэкшн, так что смотрите в оба, не проебитесь. Если упустим сейчас, то это неизвестно, когда мы сможем его еще поймать. Так, опа, по всему городу ездят. Конечно, представляешь, какая шумиха, бля, поднялась. Так, что, чувак, ждем? Говноедов. Чуваки. Не было? Да, да, ждем. Не-не-не, еще нихуя не было, смотрим. Мы будем кончать его здесь на месте или куда-то в другое место поедем? Не, чувак, не на месте, нахуй. С ним мы развлечемся по-особенному. Чувак, красный фэкшн. А вот он, да. А вот и он, сука. Других убираем. Берем его и... Че, пора? Я где он? Я просмотрел, слышь. Он заехал за лаки-плакер. Стволы подготовьте. Да ну ё-мо, что ты делаешь? Ё-моё, сотрудник, как так? Прости, пожалуйста. Блять, какая хуйня ебаная. Усак, мудила, давай в тачку нахуй! Быстро, сука, вышел! Вышел с машины, говна кусок! Выхожу, выхожу, чуваки, порядок. Чё орёте, нахуй? Давай, прыгай. Давай, сука, бегай в машину, нахуй. Давай нахуй в тачку, говна кусок. Слышь, Хоум, посмотри, чтобы у него ствола не было. Если есть, то это забери. Да, я забрал. И телефон забери. Чувак, забрал. Езжайте нахуй. Езжайте, едем. Мы сейчас вам подарок привезем. Ну, привет, Чиба. Ю, и так был нахуй. Как твое настроение сегодня? Настроение? Да, замечательно, чувак. Какие были планы? Планы? Курнуть косячка и трахнуть какую-нибудь шавти, нахуй. Ю, Тамура, это ты, что ли, нахуй? Да, это я. Ну чё, как дела? Чиба. Ю, да, да порядок, рысь, сам как чё, ну? Да тоже нихуя, слушай.
Ну, самое главное, чуваки, что у вас все порвало. Чуть ли не обижайся на нас, что у нас такой теплый прием. Есть разговор к тебе просто. Ю, да не вопрос уже, попизди. У меня тут на районе просто какая-то хуйня происходит. Что за хуйня? Со старым стрельбом. Да хуй знает, кто-то стреляет, ездит нахуй. Помни, как постреляли. В натуре? Бля, нихуя об этом не слышал, да? Ё, а я походу догадываюсь уже, чувак. А чё догадываешься? Чё за мудилы могли это сделать, ну? А я слышал, что были мудилы, которые начали стрелять на районе еще до сегодняшнего дня. Йо, Тамура, ты походу вообще нихуя не понял, чувак, с прошлого разговора. Йо, сучка, да это ты походу не понял, нахуй, куда ты едешь сейчас, мы. Йо, давай ты тоже нахуй так не базарься. Давай дальше пешком. В смысле не базарь, нахуй? Вперед иди. Давай, сучка, пиздуй, бегом, нахуй. Ствол выброси на пол. И давай к решетке. Ты что, оглох? Ю, что такое там, Мура? К решетке. Ю, да не тычь нахуй меня своей пукалкой, суки. Давай вставай, слышь. Чё делать? На колени вставать? Да нет, к решётке нахуй встань, ствол откинь, блядь. Да откинул я, чуйки. Ну всё. Чё-то вы нервные какие-то, нахуй. И хули вам рассказывать? Не пизди давай, чипа, блядь. Да хуя есть вопросов к тебе, нерешённых. Ю, ну давай решим, чё, в чём проблема. Давай я тут, решим. Давай решим. Давай не вопрос, нахуй. Ю, Фура, давай пару вопросов ему задай. Хорошо помнишь мяту, да? Как вы вчера с друзьями проехали и в крысу убили его прямо у нас на глазах? Ю, кого убили нахуй? Ты думал, что у этого не будет последствий? Последствия у чего нахуй? За смерть мяты нахуй. Вы нашего хуя убили. Ё, да какую нахуй смерть мяты? Вы чё, ебанулись себя просто нахуй? Такой самый обычный, блядь. Чё ты, сука, пиздишь, блядь? Самый умный нахуй? Ты чё, блядь, самый умный нахуй? Хватит притворяться, вчера... Ты проехал на своей машине и убил нашего друга. Может, ты расскажешь? Я лично нахуй твое лицо увидел, говнатый кусок. И сейчас Карлос, старый, колеса твои землю жуют, нахуй. Ю, да, чуваки, я хуй знает, о чем вы нахуй. Давай, Фура. Да нехуй с ним разговаривать. Я считаю, что таких людей, как он, нужно просто кончать, нахуй. И все, без разговоров. Да, Тамура, быстро ты переобулся, нахуй. Нет в нем нихуя святого. Переобулся? Да, чувак, быстро, нахуй, Тамура, ты переобулся. Слушай, переобулся, да. Прямун, чуваки. Ну давай, расскажи, о чем ты. Нет, чувак, расскажи. Мы что-то не знаем или че? Что за тема у вас? У нас да нет никакой выбрал. Темы, нахуй. А? Просто Тамура переобулся, нахуй. Ну, договаривай. Ю, да что договаривай, ты сам все знаешь, нахуй. Пока не убивай. Ю, да хули вы вообще хотите, нахуй? Угу. Это, походу, никакого мяту, нахуй, я не убивал, чуек. Если бы это был да. Я бы сказал, нахуй, да. Драйвмайна ванилю тоже не ты, да, устраивал? Не ты там и был? Уже. Не, я там не был, нахуй. Если бы я там был, я бы сказал, ладно, что я был. Конечно, не вопрос, да, чувак. Все порядок. Жаль, что старый, нахуй, Карлос сейчас хавают землю, чувак, захлебываясь в своей крови, мать его. Последнее, что они видели, нахуй, это наши лица в своей жизни, мудила ты ебаный. Как тебе такое, а? Больше нет никакого, нахуй, West Side Balla Gang, мудила. Здесь есть только BMF, нахуй.
Эй, Джером, ты же знаешь, уйду я, придет кто-то другой на мое место. Придет кто-то другой, с ним можно, да, можно договориться, а ты слишком сильно погряз в этом дерьме, говна кусок. Эй, чуваки, я оставил за собой наследие. Чувак, время. Слушай, как ты у Плане него... Плане охуел, Рэй. Йоу, Гуфи, погнали за одним приколом. Как-то у него слишком улыбка нахуй на лице. Ща, чуваки. Ща, да, чувак. Он всегда такой. Подарок привезли. Сектор приз. Он всегда такой смелый, как и в прошлый раз, когда... Мы привезли его с его дружком. Ты боишься, да, ты нихуя, Чиба? Не знаю, очень не смелый. Знаю, Тамуру, когда мы с тобой базарили, ты по-другому базарил, нахуй. Да, и как я базарил. Когда мы были с тобой наедине, чувак, и ты как был я при базарил. Других обстоятельствах. Не так, как сейчас, нахуй. Да? Может, потому что тогда вы наставили на меня ствол. Прошлый раз, Тамуру, я тебя пощадил, нахуй. О. Это что, твой нахуй одноногий братишка, который не может передвигаться, а? Это что, тот самый, что ли? Чуваки, при чем нахуй тут мой брат, нахуй? Твой брат, нахуй? При чем мой брат, нахуй, чуваки? Закрой свою пасть, нахуй! Ладно, чувак. Что ты убил нашего брата. А сейчас я не трогал вашего брата, нахуй. Закрой свою ебаную пасть, нахуй. Либо я ему сейчас голову, нахуй, прострелю. 50-х калибра, блядь. Если с него хоть один волосок упадет, чувак, я тебя лично прикончу, нахуй. Ой, чувак. Ой, чувак, может, вторую мы ногу отрубим, нахуй, а? Что ты теперь скажешь, слышь? Дрочилы. Ю, не трогайте моего брата, нахуй, я все расскажу. Все расскажешь. Ты расскажешь. А что ты расскажешь, чувак? А что вам рассказать-то нужно? Да уже и нехуй рассказывать, как будто, Чиба. Мы уже с тобой общались один раз, ты нихуя не понял после этого разговора. Решил поднять на нас руку и развязать войну, но вот теперь терпи. Смотри, как ой, бля, сечка, чувак! Йо, чувак, не стреляйте. Смотри, в него, нахуй. При чем здесь мой брат, чувак? Мудила, нахуй. Наш брат умер, блядь, из-за тебя. Чувак, слышь? Аж въебать ему в ту ногу, нахуй. Он почувствует или нет, блядь, интересно. Эй, чуваки, не трогайте моего брата, нахуй. Я все скажу. Уфи, давай, нахуй, руби ему коленку. По колено руби ему. Джиба, помоги мне, хочу умирать. Чувак, он походу не понимает. Йо, Дарик, отойди-ка. Говна кусок, нахуй. Блядь, чуваки, не трогайте, чё, пожалуйста, нахуй. Чё, нахуй, не трогайте. Теперь встал обратно, говна кусок. Чё там? Знаешь, чувак, как мята захлёбывался нахуй в тачке кровью своей, когда вы ему шею прострелили, мудила, ты знаешь? Йоу, чуваки, да не трогайте нахуй брата! Говна кусок, да ты знаешь нахуй, а? Блядь, чуваки! Чувак ебаный! Не трогайте, знаешь, как он захлёбывался кровью, блядь? Не трогай! Гуфи. Да, чувак. Говноед, нахуй. Допрыгался ты, нахуй, мудила. Тебе говорили, бля, и чайки. За что, брат? Чиба, помоги чем тут? Брат, нахуй. Чиба, помоги. Потому что мята был, чиба. Нахуй, мудила. Чиба, мне помоги. Эй, у меня там же умеется, мой брат, нахуй. Чиба, помоги мне, мне а помоги. Ты решил его отнять у нас, блядь. Теперь терпи. Чиба, помоги. Чувак, умираешь. Я тоже был чей-то брат. Ну, слышь, чувак, а ну-ка рубани ему ногу, они ему все равно теперь не нужны, нахуй, раз он ходить не может. Блядь. Сука! Брат. Чё нахуй, чувак? Чё там, Чиба, мне? Как дела, блядь? Мудила. Что ты теперь чувствуешь? Ты на кого, сука, переть решил, говнатый кусок, нахуй? Ты забыл, сука, под кем ты ходил, чувак? Ты подумал, что нахуй ты из бала, и ты можешь себя вести как из BMF, чувак, или чё? Да ты, сука, и гроша не стоишь, говнатый кусок, нахуй. Можешь только толкать свой ёбаный крэк. Кстати, чувак, по поводу крэка. Говорят, твой братишка на него подсел в последнее время, да? Его. Он подсел из-за мяты, нахуй. Мята его подсадил и сбил, чувак.
Ты понимаешь, нахуй? Мой брат всю жизнь калека, нахуй, из-за вашего хумиса. Да-да, чувак, из-за мяты. Слушай, ну раз он на крэк подсел, в целом, чувак, ему уже терять нечего. Давай тогда еще ему дозу нахуй. Йо, докончайте эту сучку нахуй, и этого чибу след за ним. Нахуй. Да хули, чувак, доза не доза, рано или поздно бы сдох, поэтому, чувак, я думаю, мы свои силы в это вложим, нахуй. Че как тебе мудила ебаный? Это близкий человек умирает, а? Как тебе, говна кусок? Когда мята захлебывался кровью, мы то же самое испытывали! Дерьмоед ебаный! Ну, чуваки, вы все умрете. А сейчас, сука, стоишь на колени, блядь, ебаная сука! На колени нахуй встал! Мудак! Ю, чуваки, если я служу, я вас всех убью, нахуй! Да на колени, нахуй! Говна кусок! Последние слова, говна кусок! Что-то ты сегодня неразговорчивый. Тамур, я тебе этого никогда не прошу. Ну и пошел ты нахуй тогда. Бам-бам-бам, нахуй, не простит он, блядь. Ебал я тебя и твоего брата, блядь. Вот тебе и братская могила, мудак. Мразь. Замят он, блядь. Сучара. Прыгай. Я крыю. Или к вам. Ну прыгай, чувак. Бля, это тут места нет. Ну. Говна кусок, нахуй. Вся ебаная семейка, нахуй. Встретится на небесах. Йоу, кстати, чуваки, забыли вам сказать с Гуфи. К его что? Бабке мы тоже наведались, нахуй. Они сейчас там всей семьей встретятся. Говноеды. Сучья мать их порода. Я думаю, это будет хорошим уроком для всех остальных. Ублюдки, блин. Давай, чувак, до парковки. Чувак, от всех этих пушек, блядь, и всего надо избавиться будет. Да, чувак, согласен. Скажем, кому надо все от всего избавиться. Что-то Гуфи первый день с нами, нахер. Не хватает нам еще, чтобы кого-то из нас потом судили за все это. На, чувак, как камень с души, нахуй. Как будто чувак после этого мята сказал бы нам спасибо, чуваки. Я думаю, он видел все это. Даже дождь перестал идти. Перестала, чувак, душа его плакать. Ничего-ничего, чувак, сейчас еще мята там его будет доставать, нахуй, на том свете, эту сучку Чиба и его братишку, нахуй. Это точно. Он так просто не отделается, мэн. Короче, чувак,
Йо, неплохо поработал там, Мура. Да, молодец, Хуми. Да, чувак, так, держи. Вообще неплохо. Мята, чувак, бы тобой гордился. По-любому, мэн. Тяжелый был день. Мы напиздили их здесь, фура, а он напиздит их там, врубаешь? Йо, там, Мура, давай, чувак, писал, увидимся. Пойду я смою себя все это дерьмо, чуваки. Давай, да, давай, Хуми, все. Давай. Оружие оставить вам здесь, кто-то разойдется. Да не оставь себе, слышишь, сейчас какая хуйня может быть. Надо не, чувак, давай убрать отпечатки, да. И все такое, да. Мы позаботимся об этом стволе. Приглядывайте друг за другом, мужики, сейчас. Особо опасное время. Я не готов никого больше терять из вас. По-любому, мэн. Мы и тебя не готовы терять, слышишь? Ты наш хоуми, чувак. Как бы оно ни было. Мне вчера... Каким бы ты сноуфлейком не был, ты бы все равно наш хоуми. Мне вчера звонил этот... Хорхе. Кто звонил? Хорхе звонил. Сразу после того, как... Смятое это произошло. Просто хотел поздороваться. Я не знаю, значило ли это что-то. Но будьте осторожней. Да идет нахуй этот Хорхе. Сучара, толстожопая, мри. Блять, ну нахуй не нахуй мы, ну... Какой он, сука... Да нахуй, чувак, он идет, говна кусок мексиканского. Хуй знает, чувак, я осторожно. Да, чувак, был бы он прям здесь, я бы ему пулю в лоб пустил бы, нахуй. Я его не потом боюсь. Бы картель тебя нахуй на кусочки порезал. Да, чувак, какой нахер картель, ебаная мексиканская забегаловка у них там. Говна куски, блядь. Ладно, ну, чувак, что? Короче, я пошел отдыхать. Да, давай. Да, день был тяжелый, я тоже поеду домой. Давай, чувак. Картель приедет, я их покромсаю, нахуй. Да, Гуфи с топором их встретит. Давай, Хуми. Давай, чувак. Все, до связи. На связи. Эти фура, че ты? Классно себя показал сегодня Гуфи. Давай, чувак. Оп. Хорошо, что я в перчатках. Давай, Гуфи. Давай, чувак. Бля, куда я машину свою проебал? Конечно, без броника вот это вот эти брюки, они смотрятся на мне, как будто я учитель информатики, блядь. Найти бы, кстати, свой Range Rover было бы неплохо. Он здесь, что ли? Или здесь? Range. Не понял. О. А, я же его парковал. Он здесь и остался все с тех времен. Так, что, едем домой? Наверное, стоит как-то это. Были у меня какие-то еще дела, помимо того, чтобы доехать до дома, наконец-то на Рэнже.
пишет Гол тачку дрифт купим в тот же самый момент, я, у которого 44 тысячи долларов, блять, и 55 тысяч долг. Тот самый дрифт-автомобиль, который продается, я не знаю за что, за благотворительность, который продается. Хорошо, хоть раньше есть, и то радует. Йоу. Да, алло. Алло. Дурара! А, Джигли, это ты. Ты что, водить не умеешь? Это еще ты почему? Ты чё в меня не врезался? Ты что, был где-то здесь? Так вот, я за тобой еду! А, я тебя не узнал. Ты что, в меня вообще не врезался, дурару? Стой. Ой. Ну ты даешь, конечно! А что ты здесь делаешь? Я ехал в город за продавать фрукты. Так. Ага. И случайно увидел меня? И ты в меня чуть не врезался. Вот же бывает. Может быть, прогуляемся там по пляжу, я не знаю. Раз уж мы здесь. Ой. Ну давай. Ты приглашаешь на свидание меня? Ну, просто... Тяжелый сегодня день был, знаешь, хотелось бы как-то расслабиться. Чё, правда? Тяжелый день? Да. Блин, какой ты, конечно, занятой, Габура. Я вот, знаешь, хотел тебе сказать, что я вот... Ну, очень тебя сильно люблю и уважаю. Даже несмотря на то, что ты очень-очень занятой, ты вот всегда на связи. Вот даже сейчас мы с тобой встретились, ты всегда на связи. Хотел бы я быть таким. Слушай, ну я уверен, что у тебя все еще впереди. Опять же, ты можешь начать с чего-то, ну... Я не знаю, с чего-то небольшого. Может что, быть... Правда? Ну, для того, чтобы всегда быть на связи, по крайней мере, ты можешь прямо сейчас взять себе симку от Йота. У них что, же самая большая зона покрытия. И можно удобно сконструировать себе тариф под свои нужды. Нужное количество гигабайт и минут. Все, что тебе нужно, и не будешь платить лишнее, знаешь. Знаешь, Табура, я бы с радостью сконструировал свой тариф. Ну, я не знаю, что мне реально нужно, а что нет. Вот все подряд не хочется брать мне. А, я понял. Наверное, ты слышал про конструктор и точно не знаешь, что именно из этого конструктора ты хочешь взять себе, да? Да, ну, это да. Частая проблема, и ребята из Йота поняли это, знаешь, и прямо сейчас... Реально? Да, прямо сейчас по специальной цене ты можешь взять себе максимум от Йоты, представляешь? Да ну! Ты можешь взять 2000 минут, 50 гигабайт и безлимит на все приложения. И все это за 399 рублей на первый месяц. После этого месяца ты определишься и поймешь, что именно тебе нужно больше. Звонки или гигабайты, понимаешь? Да. Что? Это мне нравится, Табура. Я обязательно подключусь и сконструирую свой тариф. Да, не ограничивай себя ни в чем. И тогда мы с тобой всегда будем на связи. Понимаешь? Конечно. А после? Погуляем, а? Да, можно. Как твой день сегодня прошел? Очень хорошо. Мы сегодня с Зонником ездили на химиотерапию. А, деньги, которые я передал, помогли? Нет. Еще нет. Но помогут. Мы дачили. Вот мы поехали на химиотерапию. Потом я готовил рассольник. Очень вкусный. Хочешь попробовать? Ну, давай. Ну, потом. Вот у меня да. Не с собой. Я готовил рассольник, потом я шла на ферму, там на ферме мы, я эту готовил корову к дойке, дойку коровы делал, доил корову, потом еще свинью мы зарезали, пожарили свиньи ребрышки,
Сиди, ровришки пожарили, потом вы поехали, купили курочек новых. Слушай, вот, купили курочек, петушки там тоже бы купили. Потом бы купили, новый курятник, купили. А ты видел, что твоя песня стала настолько популярной, что играет почти из каждой машины? Чё, правда? Да, шла, вот. Постоянно я слышу от всех своих знакомых. Блин, и потом, что сказал? Я забыл. Ты. Про песню твою. Она очень понравилась людям. Кому? Ну, людям в городе. Чё, правда? Да. Супер песня. Ой, как мне нравится. Вот прям так? Да, прям вот так. Шла! О, два лика или один лика? Я думаю, что два. О, два лика, это мне говорил тигренок очень много, внук мой. Ну, пойдем обратно к машине. Пойдем. Как дела у остальных? Ой, у нас очень все хорошо. Мы сегодня, значит, готовил я рассольник. Потом я готовил корову к дойке, доил корову, потом мы свинью зарубили, потом мы пожарили свиньи ребрышки, потом мы поехали, значит, в город, купили еще куричек, потом мы купили курятник, петушки, там купили петушков, потом, значит, захожу, я смотрю, курочка не несется, ну, я ей из-под киндер-сюрприза засунул туда в сено, чтобы она поняла, куда нестись надо. И представляешь, через 20 минут уже снесла яички. Это мы думали, что у нее болезнь, а на самом деле она просто не понимала, она неслась в этом в кустике под лопухом. И под лопухом там уже выросли маленькие птенчики. Смотрим, мы лупились, бах-бах. Даже без инкубатора, представляешь? А что там машина горит спереди? Тебе интересно, да, про курочки? Нет, я понял, курочка наконец-то начала нестись. Может быть, ты даже меня этими яйцами угостишь как-нибудь. Ты просто ничего не сказал, даже про курочки. Ну, хватит. Ты даже ничего не сказал, я вот тебе рассказывал, а ты даже не спросил, что за курочки там. Ну и что за курочки? Снеслась, а ты про машину, значит, тебе не интересно, кушать не рассказывай даже я. А как курочку зовут? Курочку Кира. Курочка Кира? Да. Сколько ей лет? У нас там много курочек. Всех по-разному зовут. Кого-то Алекс. Курочка Алекс есть, курочка Илай есть. Ну это петушки. Петушок Алекс, петушок Илай есть. А кто тебе нравится больше, курочки или петушки? Мне нравятся петушки. Петушки дешевле. Курочки есть, курочка есть, Кира. Курочка есть, там еще у нас их много так называют. Ну вот Зольдику больше нравится курочка Белая Каролина. Есть другие еще всякие разные курочки. Как-нибудь покажешь мне своих курочек? Конечно, хорошо. Ну ладно, я поехал домой. Хорошего тебе дня. Не хочешь жизни. Дожди лепшаться? Ну ладно. Хорошо, конечно, шла. Шла. В конце. Именно на том, как он уезжает. Вот так. Шла. Ой, а где дом-то?
А где дом? Дальше, что ли? Вот продуктовый. А, дальше. Нет, стоп. Не понял. А-а-а, бля, это не тот поворот. А я думал, у поворота, где дом. Бля, надо всю свою одежду, вот эту многомиллиардную, которую надо ее куда-то скинуть в этот... В шкаф, может быть. Ну или в багажник ее оставить. А то я просто модельер какой-то у меня с собой, просто вся одежда вот этого поколения. Ёпта. Мне одному показалось, или... Походу снова начинаются галлюцинации. Надо чем-то это все приглушить. Блять, ебать, я испугался нахуй. Все, пиздец. Блять, что за звуки ебанутые? Блять, что за хуйня?
произошла сейчас. Мне кажется, слышал, что такое бывает. Но не думал, что вот так. Фух. Ну что ж, вот вам. Это была очередная серия сериала клана Тамура. А сейчас мы перейдем к тому, что... Испугался, сейчас назад поворачиваюсь, а там то же самое.